У нас сегодня была ориентировка, то, что в автомобиле Land Cruiser 200 черного цвета, возможно, может перевозиться оружие при законном обороте наркотиков. Оружие или наркотики. Сейчас проведем досмотр средств, что мы найдем на него. Были там предположительно автомат или какие-либо еще. Незаконно говорят. Фамилия. Серова Дензи. Я понял. Присутствие ничего не обнаружили сейчас. Не присутствие не обнаружили. В общем, что мы скажем? Во-первых, хотим отметить, сколько мы ругали ГИБДД, что они плохо реагируют. Да, действительно, это имеет место быть. Но сегодня, сейчас классно отреагировали, быстро, молниеносно, все слажено, все по телефону. Андрей Петрович у нас дело это контролировал. Экипаж вот на лысой резине очень быстро приехали. Да, лысая резина, но ездит очень классно, быстро. С проблесковыми маяками все как полагается остановили. Ну, посмотрим теперь результаты, как наш водитель, наш в кавычках, понятно, наш водитель будет трезв или пьян. Сейчас присутствие вас данного будет водителю предложено пройти с помощью алкотестера Юпитера на месте. Данный водитель, вы отказываетесь проходить свидетельство на месте? Вы настаиваете на пощипывание, правильно? Данный водитель отказался от прохождения на месте. Значит, сейчас отправляюсь в медицинское учреждение. Сейчас мы находимся на 121-й стрелковой дивизии. Здесь непосредственно наркологический кабинет. На месте водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Инспектора подтвердили, что все-таки имеются признаки опьянения. Инспектора его направили в медучреждение. Он согласился, точнее он даже сам потребовал, он там отказался. И мы уже здесь на месте. Ждем результатов, что там у нас покажет медицинское заключение. Справка, признаки. Единственный момент. Получается, врач подтвердил признаки. Он отстранил от управления? Точнее, он не допускает его до управления? Признаки вообще обнаружены. Обнаружены врачом, правильно понял? Да, да, да. Все, спасибо. Продолжение следует...
на месте? Да. У постановства было алкогольное опьянение? Да, частично обнаружено. А сколько? Не дотянул. Ну, меньше 0,16. А-а-а. Дважды он-то продавал? Дважды продавал. И меньше 0,16. И мочу сдал. Вот единственное, мочу дал. Мочу. Да. Ну, получается, все-таки он выпивал. Ну, да, ну вот это есть, а допустимое вот продул, и видите, как получилось. Он и первый раз продул, и второй раз, они там рядом результаты. Ну, то есть не превысил? Да? Не превысил. Мы вернулись на место после медосвидетельствования. Врач подтвердил признаки присутствия у гражданина, у водителя, опьянения. Он сдал анализы. Теперь ждем результатов 10-14 дней. Так как признаки подтверждены, и, кстати, он продувал, в выдыхаемом воздухе показало до 0,16 промилле, то есть практически 0,16. Но это допустимо, соответственно, по выдыхаемому воздуху он трезв, так как допустимая норма вошел. И еще раз спасибо сотрудникам полиции, которые так быстро, молниеносно отреагировали. Все.